Истина, державшаяся в тайне десятки лет, или секрет Полишинеля о том, что мы стали жертвами страшной ошибки и нас якобы хотят превратить в ограниченных, больных онкологией, туберкулезом и кретинизмом, люди они заявляют давно, но их никто не слышит. Чиновники делают вид, что не слышат, или проблема действительно не стоит и выеденного яйца. Так о чем же идет речь? Узнаем вместе. По словам Мурата Турлубекова, стандарты и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, ограничивающие применение йода в медицине, являются глубоким заблуждением и якобы даже хорошо спланированным заговором. В ежесуточном потреблении это 0,125 миллиграмм. Если больше, то уже токсично и даже может наступить смерть. Это полностью не соответствует действительности, говорит Мурат Турлубеков. Вполне возможно, что в высказывании специалистов есть доля правды, если учесть все факты и результаты исследований, к которым пришли ученые в мире, но об этом чуть позже. Так откуда взялись стандарты ВОЗ, принятые без лишних вопросов медицинским сообществом? Ведь йод – самое элементарное, самое эффективное профилактическое средство для широкого спектра клинических патологий. На основании того, что йод является токсичным, в 1948 году обнаружили два псевдоученых, это Вольф и Чуйков, которые исследовали йод на мышах и на белых крысах. И оказалось, по их данным, что 1 миллиграмм йода является смертельной дозой для человека. Профессору Михаилу Зельцеру все нипочем. На улице еще лежит снег, а он выходит во двор налегке, словно в майскую погоду. Хорошая иммунная система, подкрепленная хорошими дозами йода, залог здоровья, не подверженного болезням. Говоря о нормах и стандартах ВОЗ, Зельцер теребит в руках чересчур рекламную бутылочку йода. В Японии человек потребляет в сутки примерно 13,5 миллиграмм йода. Не микрограмм. Считается нормой по рекомендациям ВОЗ от 100 до 300 микрограмм йода, в среднем 150 микрограмм. Так вот, микрограмм это в 1000 раз меньше, чем миллиграмм. А там японцы употребляют примерно 13,5 миллиграмм в сутки, и это одна из самых здоровых наций на Земле. Флакончик с йодом – неотъемлемая часть любой аптечки. Каждый знает, что это прекрасный антисептик, и обмазывают этой коричневой жидкостью болячки. Но оказывается, последние лет 100 медицина была весьма необъективна к этому препарату и не использовала полностью все его лечебные возможности. Вот он, народный способ узнать, есть ли у человека йододефицит. Какую-либо часть тела покрывают йодом, в данном случае это моя грудь. Наблюдаем за скоростью впитывания лечебной жидкости в тело и определяем наличие йододефицита. Чем быстрее происходит впитывание, тем быстрее надо бежать к врачам. Это прямая угроза национальной безопасности, потому что падает трудоспособность, сокращается продолжительность жизни. И это может привести к разного рода заболеваниям, истощает так называемый иммунитет. Процесс, мы сопротивляемся организму к инфекционным заболеваниям. В развитых странах, на опыт которых часто ссылаются ученые, этот вопрос неразрывно связан с насыщением рынка морскими продуктами, рыбой, моллюсками, водорослями, где особенно много йода, а также биологически активными веществами, БАДами, восполняющими недостаток веществ в человеке. Достаточно сказать, что в Японии БАДы регулярно употребляют 100% взрослого населения страны. Было подсчитано, что для того, чтобы удовлетворить потребность всего организма в йоде, надо съедать 200 грамм соли. То есть совершенно невозможно. И кроме того, для йодирования соли употребляют обычно либо йодит калия, либо йодаты калия. Так вот, установлено, что организм нуждается не только в йодиде, но и в элементарном йоде. То есть нужно сочетание йодида и йода, а в соли этого не достигается. Мурат Турлубеков придерживается мнения академиков Зельцера и Синявского. В 2000 году проводились специальные исследования на оценке уровня знаний населения в отношении йодного дефицита, какие методы бывают профилактики. Мы получили тогда ужасающие цифры. Тогда проводил этот Национальный центр проблем формирования здорового образа жизни. Вы знаете, он получил то, что 26% медицинских работников считало, что йод вырабатывается в организме. Это культовый фильм «Стенару» группы Pink Floyd. Фильм полон самых разных аллегорий и аллюзий на все вкусы. Как не провести параллели и с йододефицитом? Как известно, он является причиной задержки физического развития, нарушения моторных функций, умственного развития и кретинизма, деградации и зомбирования. Что может быть хуже? Сегодня 1/3 населения Земли, по данным ВОЗ, живет в йододефиците.
Среди них поразительным образом отличаются жители страны восходящего солнца. Интересный народ эти японцы. Наплевав на строжайшие мировые стандарты ВОЗ, они потребляют йод в необходимом, на их взгляд, количестве и продолжают удивлять мир своими научными достижениями. Западные ученые разгадали ребус-загадку феномена японского здоровья и долголетия. Чудо состоит не в их феноменальных технологических успехах, а в простом каждодневном потреблении 44 миллиграмм элементарного йода. То есть потребляют они йод в миллиграммах, а не в микрограммах, что превышает рекомендуемые нормы ВОЗ в 300 раз. Между тем, согласно статистике, это самая курящая, одна из самых пьющих наций в мире. Возникает много вопросов. Или японцы мутанты, или мы все стали жертвами страшной ошибки. Второй вопрос. Если японцы правы и потребляют йод в необходимых количествах, то откуда взялись нынешние стандарты, принятые медицинским сообществом? Третий вопрос. Почему такая высокотехнологичная страна, как Япония, практически не представлена на высокодоходном фармацевтическом рынке? Вопрос номер 4. Почему Япония отказывается от прививок инфекционных заболеваний? Вот схема ВОЗ по изменению заболеваемости сахарным диабетом на рубеже миллениумов. США, Китай и Индия, как видно, наиболее подвержены этой болезни. Сегодня сколько больше белой химии не выпускаете, уровень заболеваемости растет геометрически. Чем больше у нас выпускается белой химии, тем больше уровень заболеваемости, уровень смертности растет. Сахарный диабет займет к 2020 году первое место по смертности. По словам Зельцера и Турлубекова, медики перестали быть исследователями и находятся в узких рамках. Все современные препараты, синтетическая химия, искусственные гормоны лечат болезнь, но не больного, подчеркивают они. Человеческий организм – сложнейшая система, и она имеет механизм самоизлечивания и защиты от патогенных факторов. Природой все предусмотрено изначально. Пример – процветающий мир океанов, насыщенных йодом, где нет болезней. Киты, например, живут до 500 лет. Дерево секвойя – 4500 лет. Так что получается, что йод, который также жизненно необходим, как чистый воздух и вода, опорочен и выставлен чуть ли не врагом всего человечества? Недавно в Казанском медицинском университете проводились клинические исследования на 40 добровольцев. Вот, например, пациент с острым герпетическим стоматитом до лечения. Неприятная картина. Новый препарат больные пили, делали аппликации и ванночки. А вот на второй день после лечения. К йоду чувствительны большинство микроорганизмов. То есть йод является, обладает еще и бактерицидным действием. А отсюда понятен результат, который мы получили при лечении заболеваний герпетической природы даже. То есть при герпесе, при остро-герпетических стоматитах, используя препарат, последний препарат, мы получили замечательные результаты. Кроме того, проводились и бактериологические исследования, рассказывает профессор Зазулевская. То, что обозначено цифрой 1, это обычный антисептик. Вторая точка – это йод. Вещества нанесены на бактериальный посев кандиды. Слева результат спустя сутки. Диск вокруг антисептика прежний, а вот зона вокруг йода изменилась. Около 10 лет назад ученые США, обеспокоенные ухудшением здоровья у американцев, провели крупномасштабные исследования и пришли к состоянию, близкому к шоку. Статистические сравнения имеющихся заболеваний с заболеваниями других развитых стран было явно не в пользу Америки, страны, где ежегодные затраты на медуслуги и выплаты по медстраховкам составляют 1 триллион долларов. 60% мировой оборот фармпрепаратов за океаном должен являться показателем успешного лечения американцев. Однако статистика показала, американцы одна из самых больных наций в мире. За основу сравнений состояния здоровья в США были взяты данные статистики Японии. Кропотливые исследования причин благополучного состояния здоровья у жителей загадочных островов в конечном итоге привели американских ученых, казалось бы, к простому открытию. Но это простое открытие имело эффект разорвавшейся бомбы и породило множество вопросов в научных кругах Америки. Сейчас массовое явление мастопатии. В Соединенных Штатах сейчас примерно 90% женщин больны фиброзно-кистозной мастопатией. Я думаю, что у нас это вряд ли намного меньше. Так вот, четко показано, что мастопатию можно лечить такими дозами, которые японцы употребляют каждый день. Йод был открыт в 1811 году французским химиком Кутуа путем обработки серной кислотой золы морских водорослей. Друг Кутуа Гей Люсак дал этому элементу название йод за фиолетовый цвет его паров. Через 8 лет швейцарский врач Каиндет использует настойку йода для успешного лечения зоба. Он стал первым в истории медицины врачом, использовавшим йод в качестве лекарства.
Нобелевский лауреат Альберт Георг, открывший витамин С, говорил: «Мы были студентами, когда уже знали, что йод является универсальным лекарством. Никто толком не знал, что он делает и как, но то, что он делает хорошее дело, это мы знали». К концу дня я обнаруживаю следующую картину. Йодная сетка исчезла наполовину, а значит, проблема йододефицита у меня есть. Основная проблема состояла в транспортировке йода в организм человека, ведь йод очень активен и подавляет большинство элементов. К тому же организму необходим чистый йод. Решение было найдено в свойстве йода отдавать себя некоторым белковым соединениям растений и насекомых. Синтез чистого йода и белковых соединений является естественным подтверждением глубокого и бережного отношения йода к органическому миру. К примеру, американский профессор Джордж Флегье доказал, что причиной образования рака желудка является не столько присутствие в нем бактерий хеликобактерий пилори, а сколько отсутствие в клетках желудка того же элементарного йода. Будь его количество в клетках желудка достаточным, эти бактерии были бы просто уничтожены. Мы сейчас взялись за борьбу против железодефицитных состояний. Поднялись голоса, допустим, достаточно высокого уровня чиновников в ранге заместителя министра сельского хозяйства, допустим, торпедировали принятие закона, где обозначен был пункт обязательной, допустим, фортификации муки первого высшего сорта железом и другими препаратами. Также, например, в Министерстве индустрии нашлись такие люди. Вот так, в общем, бывает. Им невыгодно с точки зрения бизнеса, это им помех состоит. А здоровье это на первом плане не стоит у них. Это интересы бизнеса они больше преследуют. Это один из японских ресторанов в Алматы. Шеф-повар Рабат нарезает красную рыбу и угря. Еда с родины Акиры Куросава, театра Кабуки и знаменитой сакуры сейчас стремительно набирает популярность. Роллы, суши, сашимы, тимаки. Их рецепт создавался веками, все продумано до мелочей. Поэтому эта еда так полюбилась людям, в принципе, чуждым их культуре. Еще это обусловлено так называемым скрытым голодом. 90% пищи японцев – морепродукты, насыщенные йодом. Директор американского центра Шантер профессор Абрахам как-то в сердцах воскликнул: «В случае, если ваш лечащий врач или еще кто-нибудь из медицинских чиновников начнет кричать о недопустимости нарушений нормы ВОЗ, отправьте его, к примеру, в Национальное аэрокосмическое агентство США НАСА, которое провело работы по изучению свойств йода по выведению им тяжелых металлов и радионуклеидов и разработало специальные йодовые препараты для своих аэронавтов». Стало быть, йод-дефицит, и в узком понимании слова, то есть дефицит недостаточный для работы щитовидки, в Казахстане вопрос не решенный. ЗОП продолжает оставаться массовым явлением, но мне думается, что еще более важно, что надо пересматривать нормативы йода, надо пересматривать его значение не только как необходимый элемент для работы щитовидки, но необходимый элемент для работы всего организма, в первую очередь для репродуктивной системы женщин. Начнем применять столько количества йода, в таком количестве, мы совершим... создать мировую революцию в здравоохранении Казахстана. И мы с завтрашний день станем третьей страной по уровню жизни и здоровья населения в течение 3 лет.